Хореографическому коллективу «Отражение» Дома культуры поселка Харлова 3 года. В нем занимаются дети от 10 до 17 лет. В апреле юные танцоры приняли участие во Всероссийском обучающем фестивале творческой лаборатории «Пока горит свеча», который проходил в Коломенском районе, а тут вернулись с наградами. С теми участниками, с кем мы сталкивались за кулисами, то, что мы немножко увидели за кулисами, конечно, нам очень понравилось. Очень, конечно, коллективы хорошие, массовые, народные коллективы. Наш сувенир там в Воскресенске участвовал, тоже детки. Они тоже стали лауреатами первой степени. Молодому коллективу особенно дорог диплом первой степени международного конкурса «Твой звездный час», который проходил в рамках творческой лаборатории. Девочки исполнили танец «Помни». Он сделан по вот саундтрек к фильму «Список Шиндлера». В общем, такая непростая тема про память. И сейчас у нас близится 9 мая, День Победы. Вот мы как-то готовили больше к этому празднику. Ну, в общем-то, номер был готов, сделан, отрепетирован. Мы решили его показать. Нужно пропускать номер через себя, понимать, что ты хочешь донести зрителям, о чем ты танцуешь, какие эмоции должны быть. И должно быть не столько в движении, сколько читаться на лице. Надо эмоции показать свои, чтобы было как реалистично, вот, чтобы было конкретно передать, о чем танец. Мы долго работаем над этим, танцуем, отрабатываем, чтобы все было синхронно, красиво, чтобы был дотянут каждый мысочек, каждый угол наклона руки, кисти, чтобы были тоже красивые, не такие грубые, а такие мягкие, но если танец сам такой, ну, мягкий. Участницы коллектива «Отражение» такое требовательное отношение вкладывают и в другую композицию «Возвращайся домой». Ее исполнят вместе с вокалистом Дома культуры Николаем Кривцовым для жителей Харлова во время празднования Дня Победы. Корабли обгоняют. Здесь легче, легенький такой, очень легкие движения. Командиры уводят. Евгения Светлая, Владислав Максимов, новости из Крывект.